день этот комплекс успевает засеять по 100 гектаров поля, за ночь еще 100. Так, нон-стоп, уже четвертый день работают отец и сын Рахимовы. Старшему механизатору Данилу Рахимову к такой нагрузке не привыкать. 36 лет на тракторе. Погода нормальная в этом году, дождь был, земля нормальная в этом году. Работе не мешает даже непрекращающийся сильный ветер, потому что важно не что над землей, а что под ней. Почва набрала достаточно влаги, поэтому сюда, как по маслу, легко входит термометр. А температура такая, что засеянные культуры пойдут в рост уже через неделю. Пока в работе 13 машин и 20 человек. В разгар посевной их станет в 3 раза больше. До конца мая агрофирме «Кырлай» предстоит засеять 10 тысяч гектаров. По посевным у нас все семена хватают. И гибриды, которые за границу должны были поступать, тоже мы до Нового года все оплачивали, все получили. Посевной приступили уже 10 из 17 крупных предприятий района. Работы начали 22 апреля. К севу яровых приступили 1 мая. Впереди картофель, пшеница, технические сорта, кукуруза. По кукурузе у нас все российские сорта есть. Если кому-то что-то уже там не нравится по урожайности, что-то или там по протеину, надо закупать заграничные сорта, то они в полном объеме тоже завезены. Вот и в агрофирме «Казанка» считают, на их работу санкции не повлияют. В прошлом году, еще до повышения цен, здесь обновили технику. Говорят, две новые машины заменяют 10 старых. Два кировца 740-х купили. Они тоже сейчас прилично выросли. Вот посевной комплекс «Амазон». Вся техника отечественная, импортной техники нет. Нормально, прорвемся. Проблем не видят в целом по району. Несмотря на то, что в Арске 31 импортный трактор, запчасти для них есть. Они стали дороже, но по-прежнему в продаже. Удобрений тоже хватает, они отечественные. На сегодняшний день у нас уже более 50 центнеров. Действующее вещество на 1 гектар мы накопили. Да, этого пока для нашего района маловато, но еще хозяйство на сегодняшний день приобретает, приобретение идет. Мы планируем уж, как бы, задачу ставили мы 70 килограмм накопить. Ну, думаю, 65 мы уж точно накопим. Доставка, все нормально у нас, как бы. Главное, чтобы деньги были, все нормально доставляется удобрение. В полях сегодня техника в 39 районах Татарстана. Не могут приступить к посевной только на севере республики, где пока к севу не созрела земля. До конца мая в республике планируют засеять почти 2 миллиона гектаров. Перед аграриями стоит задача сделать это слаженно и организованно. Рамиль Шайдуллин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Арский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.